Весна началась. Значит, у мужиков весеннее обострение начинается. Ну да, нет, нет никакого обострения. Почему? Ну, не всегда обострение. Да. Чувствую, обострение тут началось у некоторых представительниц слабого пола. Причем это обострение где-то там, вот, в черепной коробке. Мозг как-то переклинивает, наверное. Вы заметили следующую тенденцию, что все время об интиме, о сексе говорят женщины в большей степени. Они на эту тему шутят, думают, говорят, одеваются для того, чтобы привлечь мужчину. Пытаются себя продать максимально. Да? Но озабоченный все равно мужчина. Мы в это время, да, о чем думаем? Мы думаем о том, как заработать деньги, как создать уют, где, как что-то там, может быть, отремонтировать, свой автомобиль, там, мотоцикл, еще что-то. То есть у нас какие-то постоянные вечные задачи, там, как отремонтировать компьютер, вот сейчас вот там какие-то санкции вводятся, какой VPN лучше подойдет и так далее. У нас постоянно, сука, какие-то задачи. Да, мы тоже, бывает, думаем об интиме, но точно, по-моему, раз в 70, как минимум, так это меньше. То есть, когда у нас остается свободное время –